привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня мы будем с вами красить наши красивые-прекрасивые глазки. На самом деле, мне много просили, чтобы я рассказала после моего Нового года влога, как я красила эти блестки. Я расскажу, как я их делаю. В принципе, я нигде не смотрела, не училась, просто как-то вот раз сделала, и вроде ничего получилось. Но я уверена, что можно лучше, но раз вы спрашивали, я все равно сделаю и покажу вам, как я это делаю просто и быстро. Я уже нанесла основной мейк, потому я уже вам говорила, как я делаю макияж, он у меня не меняется, постоянно классика у меня, в общем, NYX. Под глазки я делаю сейчас Rivoli, но Rivoli, да? Revlon. Почему я называю его Rivoli, я не знаю, Revlon. И мой любимый Мислин, я купила уже две штуки, вы во влоге это тоже, наверное, уже видели. Я просто не знаю, сейчас очень много видео наснимала, так как я уезжаю и не хочу вас оставлять без видео, поэтому они могут быть немного в разброс и немного это непоследовательные события. Но вы все поймете, как бы, да? Когда я вернусь, мы все нормализуем. В общем, ну все, что я для вас доснимала, я хочу, чтобы вы все это увидели от души, потому что в фаворитах у меня есть видео. Фавориты, я его прикреплю в конце этого видео, если что, пройдете. Там все мои любимки, все и NYX, и на все есть ссылочки под видео, если вам что-то нужно, где-то что-то не можете найти. Карандаш Vivienne Sabo у меня мой любимый 002. Где-то он там в комнате уже. И что я еще накрасила? А, ну и пудра Max Factor, моя любимая, которая все скрывает. На губах у меня из Fix Price, которую уже помаду нигде не найти. Она легко-легко нанесена. И от Maybelline просто блеск сверху. В общем, неважно, какой блеск. Любой можете красить сверху блеск. И получается такие натуральные губы. Натуральные губы. Так, теперь мы начнем. Значит, смотрите, я все накрасила, не накрасила. А, еще скульптинг у меня. Да, немножечко скульптинг. Это вот уже до дырки дотерты. Тоже Maybelline. Все в фаворитах есть, все найдете. В общем, сейчас мы с вами будем делать глазки наши. И первое, что я беру, буду использовать палетку. Палетку она тоже есть в фаворитах, так как мы будем делать блестки, да, на глазах. Поэтому я использую тоже, потому что здесь немного все мерцает. Здесь вот матовый один раз только. И все, остальное вот все реально мерцает. Может даже и он мерцает. Что-то он один там. В общем, я беру своей тушевочной кисточкой. Тоже в фаворитах есть. Обожаю ее просто. Она незаменимая. Мне кажется, я одной ей могла бы работать и была бы счастлива. Значит, что я беру? Я беру какой? Ну, возьмем... Так, я собираюсь сделать светлые, кстати, блестки на контрасте под светлое платье. Потом покажу вам этот образ. Давайте возьмем, значит, вот такой вот светлый. Вот. Прям вообще бежку. И я наношу на все вот это вот веко. Неподвижная своей вот этой кисточкой затемняю. Опять я смотрю туда, да, хотя бы в зеркало надо смотреть. Ну ладно, в принципе, не важно, это же тушевочная, это же не нужно делать каких-то прямых линий, правильно? В общем, вот так вот я делаю. Я еще стараюсь наносить вот сюда вот так вот и тушевать это все. Глаз это делает более такой выразительный, большой. Большой глаз делает. В общем, после того, как я сделала вот так, я беру чуть потемнее тон. И, например, так, у нас будут там светлые. Например, не хочется сильно. Ну, давайте вот этот возьму. Вот этот. И делаю его немножко, знаете, вот чисто в складку прям. Вот его уже чисто в складочку. И тоже тушую. Ну, получается плавный переход, вы видите? Мало? Да, пожалуйста, найти еще. Ты мой маленький там извивается с крестинкой. Вы можете использовать любые другие цвета, смотря под что вы одеваться будете, да? Давайте я посмотрю на нас. Нормальное зеркало, а не в отражении себя в камеру. В общем, вот что у нас получилось. Да? Да. Неплохо. Сейчас я вам делаю просто сам принцип, технику. Потом, конечно, я все это равняю. Далее я беру, например, вот такой вот корректор, да? Низ я потом накрашу. Беру корректор.
наношу на то, что у нас осталось беленькое. Беру кисточку и все это так немножечко размазываю. Но оно не должно впитаться, оно должно остаться таким влажным. Вот так вот. Теперь я беру вот такие вот блесточки. Это то, что будет мне под платье. У меня таких блесточек очень много разных. Я прям беру на эту же кисточку. Набираю блесток. Ты-дым. И как бы приклеиваю на вот... В общем, вот что у нас получается. Я, естественно, смахиваю блесточки лишнюю. Можете что-то сюда подложить, но я никогда ничего не подкладываю. Я убираю потом просто. И могу еще раз сверху пройтись там, допустим, корректором. После того, как я накрасила верх и низ, низки я тоже так подкрасила немножечко, я можно накрасить стрелки, но я не люблю стрелки, потому что мне и так глаза очень сильно устают, я рисую, как всегда, кончики беленькие, можно их делать перламутровые, очень красиво будет смотреться. Под бровки. Можно хайлайтер под бровки нанести. Так как у нас глаза яркие, я думаю, хайлайтер не надо. И все, я завершаю все это тушью. Накрашу тушью кабары. И покажу, что выйдет. Вот что у нас получилось, мои хорошие. Вот такие вот реснички. Ну, в принципе, знаете, если вот падает сверху реснички вниз, и вдруг здесь блестки, вы не пугайтесь, это ничего страшного. Если вы красите блестки, значит, вы идете на какой-то супер-мега-праздник, а значит, все должно блестеть и сверкать. И ничего страшного, что это сверкает где-то не там. Вообще, блестки, они везде там. Они везде найдут сами свое место. Вот, значит, и что теперь? Можно сделать объемчик на голове, да, подкрасить ресницы, подкрасить губы поярче, накрутить волосы. Но я не буду уже делать это в этом видео, я накручу волосы в следующем, тем более я специально для этого приобрела себе утюжок, супер-мега-модный. Так что я рада была с вами поделиться своим способом красить такие блестки, и мы с вами увидимся в следующем видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Ой, хладкий. Еще слюни пускаем, да? Все. Зубы уже режутся, хочешь сказать? Все грызу, скажи. Слюни пускаю. Так, а чем вы?